Товарищи производители Кашабинского района начали ранневесенние полевые работы. Это в первую очередь значит ранневесенняя подкормка озимых колосовых культур. На сегодняшний день значит всего подкормить озимых пшениц площади более 15 тысяч гектаров. Из них подкормлено на сегодняшний день 3 тысячи гектаров пшеницы, 1400 гектаров ячменя и 400 гектаров зимующего рапса. Обеспеченность аммиачной селитры по району, значит, фермерами 98%. Значит, в районе работает более 60 разбрасывателей. Я думаю, что в оптимальные сроки с такой техникой, с наличием удобрения, мы в оптимальные сроки полностью завершим подкормку, значит, ранневесеннюю подкормку озимых колосовых культур. Также в районе начали подготовку почвы под яровые культуры. Значит, на сегодняшний день занимаются сплошной культивацией, первой сплошной культивацией для сева ярового овса. На сегодняшний день в районе планируется посеять 500 гектаров овса. Также обеспеченность яровыми культурами, зерновыми, на сегодняшний день в районе 100%. Подсолнечника, значит, обеспеченность семенами более 70%. Все мы необходимыми ресурсами, материальными ресурсами фермеры обеспечены для проведения в оптимальные сроки ярового сева.